Всем здравствуйте! Доброго времени суток! С вами я, Ника. И это мой канал «Московские будни». Миленькие мои, потрясающее зрелище, город-герой Москва. Наступает праздник, День Победы. Сейчас я отправлюсь в парк «День Победы». Там очень красиво, но начался сильнейший ливень. Сейчас немного пережду, и мы отправимся туда. Фонтаны уже работают, там очень красиво. Я не могу говорить, я сейчас пережду этот дождь в переходе. Миленькие мои, сейчас прогуляемся по парку Победы. В честь этого праздника я решила сегодня сделать вам такую прогулку. Выехала из дома, было все замечательно. Доехала, дождь. Но я предусмотрела это все, я погоду посмотрела. Я с зонтом, нам это не страшно. Обязательно мы сейчас по возможности, сколько я смогу ходить под дождем, столько и посмотрим. Я в прошлом году вам это видео снимала. Фонтаны наши любимые. Кто их любит, я их обожаю. Я в том году была на праздник православный. И как раз заходила вот в тот храм. Руки обе заняты. Одна рука держит зонт, другая камеру. Поэтому не могу рукой показать. А пока я иду с вами разговариваю, миленькие мои, подготовьтесь. Кто не видел в том году это видео, и вообще я всегда, когда подхожу к фонтанам, я достаю монетку. И прошу вас загадать желание. Вместе с вами его загадываю и бросаю монетку в фонтаны, где большие фонтаны. Сейчас я сделаю то же самое. И если здесь есть на канале те, кто в том году видели это видео и делали так, как я говорила, напишите, миленькие мои, делали, не делали, сбылось, не сбылось. Я за себя вам скажу, я загадывала желание. И оно у меня сбылось. Обожаю Москву. Это Кутузовский проспект. Обожаю, когда праздники, она и так красивая. Но в праздники она особенно красивая. Ну, уже все подготовили. Завтра все это перекроют, естественно. Потому что, когда в обычные дни ходим, то здесь, конечно, вот этих ограждений нету. Да, конечно, прохладненько. Ну ничего. Будет очень жарко. Обязательно придем и сюда еще. Потому что парк очень большой. Я думала сегодня сходить в музей, посвященный Великой Отечественной войне. Но нет, не получится. Я сегодня сделаю такое небольшое вам видео. Просто покажу с краю, как здесь все украшено. И подойдем к фонтанам, чтобы загадать желание. Ну, потому что он очень большой, действительно, это нужно очень много времени пойти его. А сегодня такая погода свежая, скажем так. Не жарко, а я, как обычно, налегке, дабы не простудиться, поэтому я вот сейчас вам что покажу, то и покажу.
что, миленькие мои, я стою у фонтана, я помолчу, а вы загадаете желание. Я пока загадаю свое желание, брошу монетку, а потом за вас брошу монетку. Мои хорошие, я вам показываю монетку. Загадывайте желание вот на эту монетку. Вот она. Видно вам ее. Сейчас она полетит туда. Ну что, вы загадали? А теперь наблюдайте за ней. Ну что, мои хорошие. Теперь будем ждать, когда ваше желание сбудется. Обычно здесь много голубей. Сегодня я поехала в золотую сумку, и там у меня в две сумки зернышко. Хотела вернуться, но не стала, и не зря. Сейчас холодно, дождь, и они все попрятались. Кафе не работает летнее. Я надеюсь, меня хорошо слышно, у меня нету пока дополнительного микрофона, петлички. Щемят фонтаны. Потрясающее зрелище. Боже, а как красиво в этом храме. А я вам оставлю ссылочку на видео того года здесь. Там уже сцена готова, там играет музыка. Везде устанавливают ограждения. Я вот именно праздничные дни не люблю никуда ходить, потому что эти массовые скопления людей мне некомфортны. Вот я накануне сходила, вам сняла, показала. А завтра я вам вечером, у меня из окна видно, я сниму вам салют праздничный, посвященный Дню Победы. Смотрите, какой большой флаг. Миленькие мои, я искренне желаю, чтобы вы, кто не был никогда в Москве, хотя бы раз побывали в столице нашей Родины. Посмотрите, сетки ставят, чтобы не было доступа к фонтанам. Я успела бросить монетку на счастье, чтобы мы вернулись еще и еще сюда. Да, уже, да, видите, кругом ограждение, приходится обходить. А там сцена готовится, там и тем более сейчас все будет перекрыто, и мы туда, в общем-то, и не пройдем. Поэтому так небольшое видео вам сделаю. А потом, как закончатся праздники, обязательно мы сюда придем. Еще тюльпанчики еще не расцвели. Отлично. Раз, два. Репетирую. Раз. Эй. Отлично, я пока помолчу. Раз, два. Раз, два.
два. Эй! Я! Вот! Репетиция. Вы знаете, я бы ради вас с удовольствием бы приехала и поснимала, но тут просто будет не протолкнуться, и я все равно ничего не смогу снять, кроме людей, затылков. А, конечно, бы хотелось, миленькие мои. Мои любимые фонтанчики. Я на вас даже камеру не направляю. Потому что хочется вам все показать, обзорчик сделать. Ну, я говорю, видите, кругом заграждение. Единственное, что как-то однажды прям вот такой у меня близкий доступ к сцене был, когда у меня подруга певица. И вот когда она выступала на сцене, она исполняла песню «К Дню Победы». И тогда вот у нас был доступ, она пропусками нас обеспечила. Это интересно, когда близко видишь, рядышком стоишь. А так вот хорошо, я сейчас вижу, да, а потом будут люди стоять, я ничего не увижу. Можно, конечно, в той стороне обойти. Скоро едет, кому-то плохо. У нас, кстати, ковид опять активизировался. И, конечно, это опасно. Потрясающие фонтаны. Мы, миленькие, оставим это уже на потом. Вот завтра будет спектакль-концерт. Ну вот как-то так, миленькие мои. Отсюда я вам еще сниму. Такой красивый обзорчик, потрясающий вид. Ну все, миленькие мои, я всех вас благодарю, кто был со мной, кто меня смотрит, кто пишет комментарии, ставит лайки. Вас особенно благодарю. Говорю вам огромное человеческое спасибо. Я всем вам желаю крепкого здоровья, хорошего настроения и мирного неба над головой. Берегите себя и своих близких. А с вами была я, Ника, и это мой канал «Московские будни». Всем пока-пока! Миленькие мои, я еще раз вас всех поздравляю с Днем Победы. Я от всей души желаю мира, счастья, радости и славных добрых дней, в которых не будет страха и боли, горести и разрухи. Пусть сердца наши гордятся великой победой наших прадедов и дедов. Пусть души наши будут полны патриотизма, отваги и мужества. Я поздравляю с дорогим для всех нас праздником Днем Победы. Три раз. Слезы сливаешь вниз. А
Один, два, три, эй! День победного праздника принес огромное значение для всех. Каждый год 9 мая наши сердца переполняют. В то же время гости собой. Но больше всего же в этом празднике свет и надежда на то, что небо над нашими головами будет всегда мир. Будьте счастливы, с Днем Победы!